Всем привет! Сегодня 2 ноября. Выехали на охоту. Сегодня у нас на улице ветрище был сильный. Вчера дождь лил. Ну, точнее, даже неделю дождь лил практически. Вот. А сейчас после обеда морозец небольшой ударил. Сейчас едем здесь вот на болотах. Сейчас, наверное, где-то уже минус 2. Время 10:30. Ветер есть, но он как бы уже не такой сильный. Вот, а решили рискнуть, попробовать. Потому что прошлые выходные у нас не получилось выехать. Я с машиной занимался. Вот, а сейчас ветер, морозец. И все-таки надеюсь, что северная утка подошла к нам. Будет видно. Сейчас мы приедем, раскладываемся, палатку ставим, подогреватель поставим, лодки накачаем и спать. Вышли на утрянку. Короче, северная пошла, стаи огромные летают. Сейчас вот налетела стайка, я ее пока тут ставил, скрадок профукал, короче. Но одна вот уточка налетела, видимо, из стайки, может. Короче, взял ее. Ладно, охотимся. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Так, ладно, Кирка, он в тех камышах будет. Мы с тобой его найдем. Тихо, 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 тихо. Патроны, Кирка, патроны. Найдем, найдем, я думаю. Ты найдешь, я думаю, Кирюш. Получается, вот это вот еще взял рано утром. Ну, вот пока еще даже там скрадок делал. И селезень в кустах. Но это надо будет собаке искать его. Не знаю, найдет, не найдет. Попробуем. Так утка летает. Но пока не садится.
стайки летают и одиночки летают, но что-то как-то пока нехотя, не облетают, просто круги делают. То ли меня так видно, блин. Что-то не пойму нифига. Стайка летит. Почему-то не долетают они. Вот это я дал! Да, не попал я. Да, Кирка. Вот это да. Да что ты будешь делать? Что у меня сегодня происходит-то, блядь, а? Так. Надо тройку ставить, блядь, Кирка. Да? Так, взял вот одну уточку. Тихо, 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 не лезь, не лезь, не лезь. Ветрище поднялся. Не лезь, Кира. Кирюша, не лезь, Кира, Кира. Вот сюда вот иди, смотри здесь. Короче, я что-то намазал сегодня, блин. Такие верные, особенно вот эта стая заходила. Ну, это надо умудриться, блин. Вот. Потом три криковых заходило, так классно. Короче, вот, а сейчас вот, ну, у меня пятерка стояла. Может, из-за этого, не знаю. Сейчас она крепкая, на рану. Сейчас вот троечку поставил, и вот уточка налетела, взял ее. Ладно, посмотрим, что дальше получится. Сейчас надо скоро уже влезать, кушать, отдохнуть. Потом на вечерочку выйти. Подожди, Кирюша. Закрутилось. Подожди, подожди, подожди. Так, вон она. Крутится, я думаю, дойдет сейчас. Так по ней стрелять далековато. По
Погодка распогодилась. Красота. Такой фронт. Интересное облако такое. Так, и вот что получается у нас за утро. Два селезня, свись и чернец, скорее всего. Все, сейчас снимаемся. Идем кушать, отдыхать. И потом, наверное, на вечерку пойдем. Так, убираем, Кирюш. Давай все уберем. Иди, садись туда. Все, пошли кушать и отдыхать, да? Согреваться и отдыхать. На канале лед стоит. Вот канал. Весь замерзший. Вот такую печку включали на ночь мы. Отлично, в принципе, работает. Все, собрались мы. Выехали домой. На вечерке утка летать летала, но не совсем правильно встал. Вот, поэтому ничего не взял. Ну, в принципе, нормально. Постояли на утряночке. 4 штучки взяли. Охота состоялась. Скорее всего, сейчас минус будет. Не знаю, как получится у нас, не получится на следующих выходных поехать. И вообще, будет ли утка или не будет на следующих выходных. Фиг его знает. Потому что она сейчас вот в стае собралась, она... Сейчас морозы 2-3 дня будут, и она до сюда уйдет на юг. И все. Так что вот так все. Всем удачи. Всем пока. Мы поехали домой.